один из лучших хоккеистов современности. И мы поговорим о 25-летии великой победы в сегодняшних вызовах и будущем российского хоккея. Результаты мне не интересуют. Меня интересует развитие детей. Тренера, которые тренируют детей с 7 лет, с 5, с 9, стараются дать результат. В 11 лет ему не будет интересен. Систему надо менять. И Советский Союз – это прекрасная шпаргалка. Фетисов. Сегодня в 23:00 на телеканале «Звезда».